Привет, мои золотые! Сегодня у нас очень необычное и интересное видео. Я надеюсь, оно вам понравится. Но сначала я расскажу о сюрпризе, который подготовила для вас. Вы же знаете, какая я сладкоежка. Так вот, я спрятала 3 разные конфетки по всему видео. И 3 рандомным счастливчикам, которые правильно назовут тайм-коды, где спрятаны конфетки, я передам привет в Instagram Stories с отметкой их аккаунта. То есть сделаю бесплатную рекламу. Так что пишите в комментариях тайм-коды, где появляются конфетки, и свой ник в Instagram. И я рандомно выберу 3 счастливчиков. И прежде чем мы начнем, не забывайте про пальчики вверх. Чем больше пальчиков вверх, тем больше у меня выходит видео на канале. Так что не скупитесь на пальчики вверх. А теперь приступаем к видео. Поехали! О, сообщение от подписчицы. Афинка, спасибо тебе за твои видео. Я посмотрела твой обзор детектора лжи и очень рада, что не купила себе такой же. Ты сэкономила мне деньги и нервы. Ты мой супергерой, ты супер Афинка. А что если я действительно супергерой? То есть супергероиня. Супер Афинка. Так, раз уж я решила стать супергероем, нужно подумать, с чего начать. С подбора супергеройского костюма. Так, посмотрим варианты. Слишком много кожи и латекса, слишком мало одежды, этот слишком скучный. Придется использовать свой гардероб. Займемся костюмом. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Ага, я Бэтмен. Но что-то она мне великовата. Не по размеру, не Бэтмен я. Ищем дальше. Я Супермен. Что-то слишком это просто. Нужно чего-то добавить. Пойдемте. Так, костюм готов. Осталось дело за малым. Найти свою суперспособность. Давайте подумаем вместе. Меня не кусал радиоактивный паук, только комар, и тот обычный. Мои родители не инопланетяне, хотя иногда ведут себя странно. Давайте искать методом проб и ошибок. Так, есть такой герой? Флэш. У него была суперскорость. Давайте проверим мою скорость. Засекаем. Фух, скорость не мой конек. Особенно, если часто забегать на кухню. Так я точно бегать не смогу. Росомаха. У него есть когти и способность заживлять раны. Посмотрим. Так, но это вряд ли сойдет за когти. А как насчет заживления? Ай, что-то пока не работает. Видимо, я не росомаха, а просто девочка с синяком на коленке. Так, телекинез. Способность двигать предметы силой мысли. Попробуем, чтобы сдвинуть. Стакан. Ура, ура, получилось! Вы это видели? Я его сдвинула. Я телекинез-вумен. А, это был всего лишь сквозняк. Телекинез вычеркиваем. Остался последний вариант. Бэтмен. У него была одна главная суперспособность. Много денег. Попробуем так. Так. Приют для животных. Пожертвовать деньги. Так. Приют для попугайчиков. Пожертвовать деньги. Фонд поддержки любителей шоколада. Пожертвовать деньги. Зай, а что это у меня деньги с карты списываются? Не знаю. Странно. Позвоню-ка я в банк. Наверное, лучше свои деньги тратить. А может быть, я буду супергероем без сверхспособностей? И начну с маленьких подвигов. Начну с самого беспомощного. Лайк, лайк, лайк. Но чем могу? Лайки нравятся всем. Лайк, лайк, лайк. Афинка, а что ты делаешь? Я спасаю тебя от ожирения. Фух, быть супергероем так утомительно. Особенно без суперспособностей. Афинка, ты чего-то уставшая. Может, тебе чай сделать? Да, и пироженка принеси. А потом я сделаю тебе массаж. О, эльфик, ты мой супергерой. Mm.
Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось, и вам понравилась супер Афинка. Не забывайте про пальчики вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а то супер Афинка вас загипнотизирует. Подпишись на канал, поставь лайк. Также не забывайте про сюрприз в этом видео, про три конфетки, три рандомных участника, кто правильно напишет тайм-коды, где спрятаны конфетки, и напишет свой ник в Instagram, получит пиар в сторис от меня. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!